последний день празднования Суккота в Дербентской синагоге в Шалаше прошла вечерняя молитва. Седьмой день праздника называется Хашана Раба, Великая Хашана, который имеет свои особые законы. Каждый день мужчины читают благословения, держа в руках лулав и этрог. О сути этой мицвы рассказал Рав Авадья Исааков. Праздник Суккот, его атрибуты – четыре вида растения, но именно основная его идея – это Суккот, шалаш, потому что мы все вместе сидим в шалаше. Четыре вида растения, они символизируют в себе четыре вида евреев. Пальмовая ветвь символизирует это еврея, который по своей сути он занимается только Торой. И основная его заслуга, что он занимается Торой. Веточка мирта, адас, как называется на иврите, у нее есть запах. Это еврей, который его основное его направление в его службе Всевышнего, это выполнение заповедей. Вдруг у него есть немножко и Торы, и заповеди, у него есть и вкус, есть запах. Наконец-таки это четвертый вид, это просто простой еврей, который тоже приходит в шалаш. Это веточка ивы. Символизирует еврея, который в своей службе Всевышнему, он прост. Он выполняет заповеди всех в простоте и читает тилим. Но нет у него особых таких заслуг. Но несмотря на это, все эти четыре вида мы вот таким вот образом вырываем кусочек такой тростинки из пальмовой ветви и всех их привязываем вместе, и все мы находимся в этом шалаше. Ничего не поделаешь, если пошел дождь, как вот вчера был дождь, но несмотря на это, все равно наша община все равно находилась в Сукке. Это было еще более приятнее выполнять заповедь, когда есть какое-то препятствие, за это есть еще большая награда, это еще более приятно. Хотя сегодня, слава Богу, хороший день, и будет до конца праздника еще хорошие дни, будут солнечные дни, и будет хороший год всем нам. Аминь. Для самых юных жителей Дербента праздник запомнился занимательными уроками. Маленькие воспитанники еврейского детского сада учили слова молитвы вместе с воспитателями. А теперь каждый берет в ручки четыре вида растения, прижимаем их к сердцу, вперед немножко и немножко вот так от себя три раза. Раз, два, третий. Молодец. Следующий. И последний. Желаю всем евреям, чтобы они были записаны в книгу жизни, в реке печати, чтобы и все евреи получили большое благословение с небес, вместе собирались в земле Израиля в будущем году и праздновали там наши еврейские праздники, которые нам дал Всевышний на горе Синай. Бет Сивану, Аль, Натилат, Лунав. От сердца три раза. Влево, вправо, вверх, вниз.